Так, 14-я серия, Москва, Сургут. Сейчас прочитаю некоторые сообщения, которые поступили к этому времени. Ну а далее продолжу комментировать, учитывая ваши пожелания о трассе. Так, сообщение от Александра VII. На 1:29 минуте воинский эшелон вроде справа едет. Ну, откровенно говоря, как-то не обратил внимания. Вот, Александр VII. С 40 до 50 минуты несколько файлов не по порядку размещены. Ну, отвечу так, что каждая серия включает в себя примерно 30 файлов. И приходится манипулировать, некоторые файлы оставлять без ускорения, некоторые ускорять. Плюс к этому удалять оригинальную аудиодорожку, потому что там музыка играет и YouTube ругается. Возможно, да, там сместил, сам того не желая, эти файлы. Досадно, конечно. Так, Александр VII. Вчера, 4.11, очередной мост рухнул. И это недалеко от маршрута. Если бы Валентин ехал не через Тюмень, а через Ханты-Мансийск, то ехал бы как раз по нему. Но у меня где-то есть видео, по-моему, Нижневартовск-Москва. Я ехал по маршруту вот через Ханты-Мансийск. Так, далее. Артём, 33. Артём, 33, пишет: «Я за то, чтобы вы комментировали время от времени трассу, окрестности, информацию о населенных пунктах. Кому не нравится, могут убирать звук и включать свою музыку. Все-таки реальный звук движения автомобиля и комментарии о местности куда лучше позволяет оценить трассу и окружающую местность». Ну вот возникли, есть два мнения. Первое мнение — это Хитриев Геннадий написал: «С музыкой намного приятнее смотреть». Александр VII ему отвечает: «Да придумали эту хрень с авторскими правами, хотя какие могут быть авторские права, если эта музыка в свободном доступе на радио, непонятно». Ну, я ответил, кстати, вот в этой ветке, что было мной принято решение каждый маршрут начинать с гимна России в исполнении Расторгуева и группы «Любэ». И вот первая же попытка прикрепить гимн России, моментально пришло сообщение с Ютуба о нарушении авторских прав. Я был сильно удивлен, возмущен тем, что на гимн России вот кто-то предъявляет свои права. Но как же назывался автор? Продюсерский центр
не помню фамилию, ну, в общем, есть там где-то. Вот, естественно, это меня возмутило, я написал претензию, что гимн не является чьей-то собственностью, это достояние государства, и авторские права на него не может какой-то один продюсерский центр предъявлять. Ну, там, видать, люди сидели с мозгами, вот они сняли претензию, и теперь планирую каждый маршрут начинать с проигрыша гимна России. Ну, а вот насчет того, чтобы комментировать или накладывать музыку, отвечу так. Значит, ну, поскольку проект «Видеодорог России» носит справочно-информационный характер в основном, это для автомобилистов, кто отправляется в поездку, мне тоже, откровенно говоря, это дополнительный труд комментировать трассу, просматривать все заново, но, как говорится, взялся за грош, не говори, что не дёшь. Поэтому временами, конечно, буду комментировать какие-то населенные пункты, через которые будет проходить маршрут. Ну, а все остальное, по всей вероятности, буду заполнять звуком из салона автомобиля, ну, или накладывать музыкальные композиции из медиатеки YouTube. Было сообщение, сейчас что-то не могу найти, вот, от подписчика с предложением не размещать карту маршрута перед серией, ну, как бы внести такую интригу, что ли, небольшую. Ну, у меня есть другое такое предложение, скажем. Вот вслед за маршрутом Москва-Сургут, наверное, начну размещать видео Москва-Тюмень. Он пройдет не по северному варианту, частично по северному, частично по восточному. Вот и там я, наверное, буду еще размещать карту, ну, для ориентировки, для ориентации водителей. А вот следующий, как бы, сериал или маршрут, я пока не назову название, не назову город, где будет старт, вот, но там попробую сделать следующее. Наверное, старт, откуда будет происходить маршрут, я назову, ну а далее постарайтесь догадаться или сориентироваться, куда он идет. Ну, вот такая небольшая интрига. Маршрут будет проходить через города. Естественно, движение по городу, по всем городам будет без ускорения. Реальная картинка такая. А вот определить финиш, в каком будет городе, ну вот, постарайтесь сами. Маршрут небольшой, коротенький, там что-то 1000 с небольшим километров. Ну, вот такая будет интрижка, загадка. Скажем так, небольшой экзамен на знание дорог России, ну и тот опыт, который вы приобрели, надеюсь, просматривая видео. В этой серии еще будет один проезд через город. Этот город будет Тобольск. Его я тоже сделал без ускорения, с реальным звуком, с реальным аудио.
Ну а все остальные участки трассы, они будут ускорены в два раза. Проезд через Тобольск, он небольшой, там не через центр города, а ну, по окраине, скажем так. Это сможете заценить. И еще такая информация небольшая о следующих сериях. Следующая серия, осталось, наверное, две или три серии, но следующая серия будет проходить в абсолютной темноте, в абсолютной чернота, просто жутко. Но это опять-таки, я говорю, информация справочная, видео справочная. Те, кто планирует поездку вот в Сургут, Нижневартовск и далее, просто принять к сведению и делать выводы. Двигаться без остановки от Тюмени, если уже начало, например, день клониться к закату, ехать дальше или же остановиться в Тобольске. Но вот в данном серии, в данном сериале самое благоразумное было бы остановиться в Тобольске и не ехать далее. Но как получилось, так получилось. И вам, скажем так, наука, подсказка, информация о том, ехать дальше Тобольска или заночевать в нем, потому что от Тобольска до Сургута, ну, практически нет крупных городов, да и вообще нет, там, если не считать Ханты-Мансийск, но в стороне, вот, то рекомендация такая, остановиться на ночевку, на привал в Сургуте, в Тобольске, город заодно посмотреть. Трасса на север от Тюмени не избалована придорожными мотелями, гостиницами, заправками, так что нужно быть предельно внимательным, что ли, рассудительным и не допустить ошибок, потому что, не дай бог, можно попасть в очень неприглядную ситуацию. Так, что еще? Сообщений было несколько, но я вот прочитал те, которые по теме. Ну а далее, по всей вероятности, с небольшими моими включениями слушайте, смотрите и слушайте с музыкальными композициями маршрут. Так, слева по ходу я стараюсь максимально привязывать комментарии к реальной точке движения. Значит, слева по ходу сельское поселение Байкаловское, административный центр село Байкалово. История, статус и границы сельского поселения установлены законом Тюменской области от 5 ноября 2004 года. Население Байкалова составляет на 2017 год 1924 человека. Состав сельского поселения Алга, деревня Байкалова, само село, центр административный, Ирек, деревня, и Куприна, тоже деревня. Это то, что вот сейчас с левой стороны по ходу движения.
и по ходу с левой стороны Кутарбитка. В Википедии сказано, что Кутарбитское сельское поселение. Муниципальное образование в Тобольском районе Тюменской области. История. Статусы и границы сельского поселения установлены законом Тюменской области от 5 ноября 2004 года. В 2017 году проживало 1245 человек. В состав поселения входит 9 деревень. Бешура, Бобова, Новая Бешура, Тахтагол, Турба, Турбинская, Худякова, Чебурга. Thank you.
Впереди Тобольск. Информация из Википедии. Тобольск – город в Тюменской области России. Административный центр. Расположен на севере Тюменской области в месте впадения реки Тобол в Иртыш. Основан в 1587 году как центр освоения Сибири. В 1590 году Тобольск первым в Сибири получает статус города. В конце 16-го начала и до 18 века главный военный, административный, политический и церковный центр Сибири. С 1708 года город – центр Сибирской губернии, простирающийся от Урала до Тихого океана. В 19 веке в связи с перемещением торговых путей, а затем строительство железной дороги в стороне от города, экономическое значение Тобольска упало. В настоящее время Тобольск является важным центром познавательного туризма в Сибири и крупным промышленным центром страны в области газохимии. Население в 2017 году составило 98 886 человек.
Ну, еще немножко о городе, чтобы не переутомлять информацией. История. По официальной версии, Тобольск основан летом 1587 года в 17 километрах от тюркского поселения Сибирь. Это другие названия: Кашлык, Искер, столица Сибирского ханства, ниже по Иртышу и ближе к устью Тобола. По преданию, Тобольск основан в праздник Святой Троицы недалеко от места, возле которого высадились воины Ермака во время знаменитой битвы на Чувашском мысу, который решил вопрос о присоединении Сибирского ханства к России. Первой городской постройкой стала Троицкая церковь, а мыс был назван Троицким. По официальной версии, основателем Тобольска считается воевода Данила. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Данила Чулков. Однако воевода, по сообщению Исиповской летописи, пришел в сибирскую землю, татарвежи сего, убоявшися русских, вой много пришествия, избегоша от града своего, и где же прежде. Ну, тяжело читать, сами почитайте в Википедии. Так, много, очень много информации о Тобольске. История статуса, например, 1585 по 1587 город вновь под управлением хана Кучума. 1587 возврат города письменным головой Данила Чулкова под российскую юрисдикцию. 1590 год центр Тобольского разряда, включая все города Сибири, до 1629 года. До 1708 года охватывал преимущественно города Западной Сибири. Но очень много информации, опять-таки, про Тобольск. Все зачитать невозможно. Так, экономика. Промышленность. В городе зарегистрирована крупнейшая газа. ДПС, контроль разметки. Ограничение 80. Газа и нефтехимическая компания России Сибур Холдинг. Объем отгруженных товаров собственного производства в 17 году составил 381,9 миллиарда рублей. Средняя заработная плата в городе 52 287 рублей. Это в декабре 2017 года. Крупное предприятие: Тобольский нефтехимический комбинат, Тобольская ТЭЦ, Тобольское территориально-производственное отделение Тюменьэнерго, ЗАПСИБТрансгаз, Тобольское управление магистральных нефтепроводов. Что там случилось? Так. Продолжаю читать далее. ЗАПСИБТрансгаз, Тобольское управление магистральных нефтепроводов, Тобольское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Развито машиностроение, металлообработка, деревообработка, пищевая промышленность, художественный промысел. Тобольская фабрика художественных косторезных изделий. Это единственное предприятие в стране, выпускающее уникальную продукцию. Изделия художественного косторезного промысла. Работа тобольских косторезов хранятся в Государственном русском музее, Государственном Эрмитаже и других крупных музеях страны. Художественные и реставрационные мастерские. Школа иконописи при духовной семинарии. Ликвидированное за постсоветский период крупное предприятие.
Биофабрика, ковровая фабрика, деревообрабатывающий завод, зверосовхоз, винзавод, пивзавод, мясокомбинат, горпищкомбинат, промкомбинат. Вот так вот все ликвидировали к черту. Торговля и услуги. Вот здесь приводится в денежном выражении. Транспорт автомобильный через Тобольск проходит. Автомобильные трассы Тобольск-Ишим, Тобольск-Инжура с выходом на Омск, Тобольск-Верхние Ремзяны проходит через промышленную зону и Тобольск-Сетово с выходом на юг Тюменской области. Я тут немножко подкорректирую, значит, Тобольск-Ишим с выходом на Казахстан. Это для автомобилистов, я думаю, будет важно. Город связан регулярными автобусными рейсами с Тюменью, Курганом, Челябинском, Ханты-Мансийском, Петропавловском, Казахстан. Железнодорожный транспорт. Свердловская железная дорога, пассажирский вокзал Тобольска. Речной порт. Воздушный транспорт, туризм. Так, в городе все больше возрастает роль туризма. За 2017 год город посетило 373 373 человека, из них 453 иностранца. Возрастает роль так называемого событийного туризма. К примеру, фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» и деловой туризм. Также в последнее время государство активно выделяет средства на развитие туристической инфраструктуры и реставрации памятников архитектуры. В городе работают крупные и небольшие отели, в том числе гостиница «Славянская», «Георгиевская», «Гостиный двор», «Сибирь», «Нефтехимик», «Турист», «Новый Тобол» и другие. И туристический комплекс «Алабак». Повторю, что информации очень много. И те, кто планирует проехать или побывать в Тобольске, посмотрите всю информацию в Википедии. Впереди плохая дорога. Ограничение 40. Следующий какой адрес? Гостиница Славянская. На остановке, да?
Спасибо, всего доброго. Все. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Понял, придешь, штраф. Ну, я думаю, это не выделенка, наверное, а просто этот. То, что не с того ряда повернул. Тут уже сделали постановку. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Как-то неудобно. Остановился, как перестраиваться. Номера грязные, не считают. Может быть. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. В левом ряду.
медиум попка. Ни светофора, ничего. А, ну нет, там красный светофор. Школа. Светофор там? Дорогу ремонтируют. Ну, светофор это временный. А, все. Там как раз дорожные работы ведутся. Никак не объехать. Нет дороги хоть. Тут другой. Одна дорога. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 30. Населенный пункт нужен следующий. Не знаю, будет получается Выткин или Нижний. Нижний или Ремзян, может. Топас. Смотрите, кафе стоп. Кафе стоп? Кафе стоп. Кафе стоп. Кафе стоп. Сейчас поищу. Парк ресторан стоп. В Киеве. Не то. Вау, не проскочить.
там вот справа, видите, машины стоят? Ага. Да там можно? Да, можно, вот там, на аварийке стоят. Дальше, да? А, вот здесь вот. Ага, да, я получал. Все, всего доброго. Так, теперь дальше, да? Угу. Ну, все, на выезжено, да? Да, все. Ничего не будет. А вы тут никого нет? Нет у вас? Кого? Никого здесь не забираете? Не, а я и не ставил ничего. А-а-а. Потому что я до Сургута, скорее всего, не доеду, я останавливаюсь где-нибудь. Да, потому что ночевать-то не Блин, обидно с этой камерой. Да, надо было просто направо, наверное, уйти. Там. Впереди лежачий полицейский. Да, я не знал. Ограничение 40. Как удивительно, все, я посмотрел, все такие дисциплинированные, все строго в левой полосе. Uh-huh. Вот я не знаю, будут, да навряд ли они это учитывают. Так, нам налево, это дальше по навигатору, правильно? Да, да, прям. Этот, навряд ли камеры учитывают это, что я только что от остановки отъехал. Ну, все равно. Наверное, да. Я повернул. Ну, это может быть, ну, что-то камеры-то, если может там через суд как-то рассматривать, допустим, да, там, вот это, типа, апелляция. Да, ну, тут тоже такая. Смысл, наверное, в том еще. Да, сумма того не стоит, наверное. Не, ну, так, допустим, если бы там, ну, грядилось бы там лишение, что-нибудь такое, что можно... Ну, это да, это да. Уже... Вот, как бы, да, что... 550, куда до места? 7 часов. Вообще город славится этот, что-нибудь производит, может. Ну здесь сейчас вот, да, он раньше тут был нефтехим, полимер, завод. Но он был, ну я не знаю, объем он как бы у меня жизнь был. Ну такой довольно не маленький. Ну да. Вот, а сейчас как бы вообще стройка еще расширилась в разы. Еще строят завод Запсиб, Нефтехим, то есть все это. То есть он сейчас будет очень огромный завод. Это все к этому, к Тобольску, да, относится? Да, да, это вот там промышленный дом. То есть завод вообще, он что-то не самый большой в России, там,
один из крупнейших в Европе, такой, как бы такой вот, прям нормальный завод. Вроде глобальная сейчас идет. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 30. Алло, алло, идешь? Ясно. Ну я это, я, короче, поехал транзитом до Римзян. Даже не заезжаем. Ну, то есть заехали в ворота и дальше едем сейчас. Сейчас проезжаем по станции. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20.
Впереди камера. Ограничение 60. Впереди ЖД переезд. Ограничение 20. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 60. Алло.